Здравствуйте, я Туганов Заур, и сегодня я буду шалить. Здравствуйте, можно задать вам пару вопросов? Чего вы ожидаете от игры? Драйва. Чего-чего? Смеха, улыбок. А еще? Ну и пару девочек красивых. So you wanna be a gangster? All that shit. Smoke any motherfucker, don't even trip. И все? Да. Больше фантазий нету? Хинкал. Я тебя капец как загрузил, да? Чуть-чуть. Капец как? Капец как чуть-чуть. Ну ладно, пока Алан. Алан же? Да без разницы. Так. Кто ты есть? Даур. Да. Ответь на пару вопросов. Давай. Ты рассчитываешь на победу? В этой игре или на сезон? Ну, на сезон, конечно. Почему нет? А в этой игре? Почему нет? Потому нет. Давай. О, кого мы сейчас будем снимать? Ребята, здравствуйте. Здорово. Как дела в школьной лиге, мой золотой? Отлично, отлично. Мы зададим вам пару вопросов, да? Чего вы ожидаете от игры? От игры мы ожидаем эмоций положительных. И все? Ну да, что нам еще надо, простым пацанам. Мы уверены. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. В нашей? Спасибо. Команда КВН Кадр де Торро. Дай морковку! Морковка, морковка! Не надо, прости, большим и сильным. Здравствуйте, как у вас дела? Все хорошо, предвкушение. Какие ожидания от КВН в этом сезоне? Ожидания самые оптимистические. Я надеюсь на то, что КВН-движение будет развиваться и улучшаться. А правильно куда смотреть? В камеру или на вас? В камеру. А что бы вы хотели пожелать участникам? Я бы хотел пожелать участникам уверенности, спокойствия и качества. А у вас свободного билетика не найдется для меня? А у меня, в принципе, билетика нет, честно говоря. Я бы с радостью, хоть все бы отдал, даже свой бы отдал. Ну, ну ладно, спасибо. Здравствуйте, как у вас настроение? Как обычно. А почему вас назвали Лев? Это в честь Лещенко или Льва? Здравствуйте, как настроение? На Тхагалегова концерте какое настроение? За кого болеть будете? За судью. А вы какое отношение вообще имеете к КВНу? В первом ряду сидим. А как думаете, сегодня жюри будет компетентно? Компетентно тащил. А что вы рассчитываете от этой игры? День вы скорее уйдете. Всем привет, мы находимся за кулисами зала Согу. Сейчас мы будем брать интервью участников. Здравствуй, как тебя зовут? Андрей. Здорово, как тебя зовут? Георгий. Пока. Вы с какой команды? Фрейдо. С какой? Фрейдо. Вы знаете, кто такой Фрейд? Да. Кто это? Психолог. И что, самое его громкое высказывание, давай быстро. Психолог? Не знаю, не знаю. Ладно, понятно. О, вот, смотри. Здорово, как тебя зовут? Меня зовут Чермен. Я очень ненавижу КВН. Честно. Чермен очень ненавидит КВН. Ты сегодня выступаешь? Я нет, я не выступаю. Меня не взяли в команду. Почему? Потому что я бездарь. Бездарь? Ну, надо же стремиться к высшему. А что ты делаешь за кулисами? Я просто стою и смотрю. Я безбилетник. Без билета? Братан, там без билета на лестницах можно посидеть. Ну, я здесь стою. Да. А у тебя девушка есть? Нет. Почему? Потому что я бездарь. А, все к этому сводится. Ребята, играйте в КВН, тогда у вас будет девушка, и вам не придется стоять за кулисами. Да? Что, а ну, напутственные слова команду. Назад! Вы только что выступили, как впечатление от выступления? Очень отлично все, было очень супер. Нервничали, конечно, как обычно. Что-нибудь запорол? Да.
Ну, как обычно, что ждешь от этой игры? Третье место. Третье место? Думаешь, пройдешь следующий тур? Все пройдут. А если не пройдешь? Я заплачу. Как тебя зовут? Заур. Заур, вы только что выступили, какие впечатления? Очень положительные впечатления, немного такой мандраж, но это даже приятно, честно говоря, и в целом клево. Отлично, отлично, спасибо тебе большое. У тебя очень красивая команда, ну, за исключением Амирана. Легендарный участник, победитель Лиги Согу 2001 года. Поздравьте, я хочу поздравить Заура, он недавно женился. Теперь он самый настоящий член Братства Кольца. Да. Как тебе семейная жизнь? Прикольно. Что ожидаешь от этой игры? Я на тебя пришел посмотреть, не на КВН. Ну, я хорошо выгляжу? Нормально. После игры увидимся? Наберешь? Наберу. Жена уезжает вечером, приходи. Выключи камеру. Ну вот и закончился первый день, первая игра. Сейчас мы кого-нибудь перехватим и поспрашиваем что-нибудь. Расскажи нам вкратце, как тебе игра, какие эмоции ты получил? Игра отличная, получил море удовольствия. Просто единственное обидное то, что проиграли. Я немножко волнуюсь. А можно поближе микрофон? Еще ближе. Вот так хорошо, да. Дело в том, что я очень много думал перед выступлением, как преподнести шутки, но все прошло отлично. Спасибо, Руслан. Это был Руслан. А, я же не выиграл. Снимаешь? А сейчас мы возьмем интервью у Заура Хадзарагова, человека из команды Геофака Интернациональ, более убогого названия я еще не припомнил. Да. Как вам игра? Довольны ли вы результатом? Я очень доволен, ведь ко мне подошла вот такая вот поклонница, да, сразу же ко мне, на меня накинулась. Вот я очень доволен, мы будем счастливы с ней. Да. Да. Но ведь она обещала мне, что мы будем с ней счастливы. Она врала. Вот так всегда, врут бабы, а парни остаются парнями и дружными. Нет, серьезно, какие впечатления от игры? Доволен? Да. Доволен? Почему нет, если все счастливы? Я тоже счастлив. Доволен кем? Не собой. Собой ты доволен всегда, Хадзарак. И давай, фирменная стойка. С вами был лучший ведущий Изаур Хадзарага. Спасибо. Че, снимаешь? Снимаешь? Пойдем. Нет, еще. Ну не отвлекайся вот на эту ерунду. Иди с командой, прогоните и выступите.